Ураган в Южно-Казахстанской области причинил ущерба на 272 миллиона тенге. Такие цифры озвучила комиссия из числа специалистов местных органов власти и управления ЧС. Сейчас кровлю 8 многоэтажных домов в микрорайоне Нурсат и 28 объектов образования продолжают ремонтировать. Во сколько обошелся региону недавний ливневый дождь, пока неизвестно. Комиссия озвучила лишь число пострадавших. Это более 130 дворов, где разрушены хозпостройки. Один частный дом признали аварийным. Напомним, во время урагана, который обрушился на Южный Казахстан в мае, пострадали 238 зданий. Сильный ветер повалил деревья. В Шымкенте объявили чрезвычайное положение. В микрорайоне Онтымак по обеим сторонам канала построены дома. В воде некуда было деваться, ее потоки устремились к домам. В большинстве случаев люди сами виноваты в том, что произошло. Они не очищают реки возле своих домов и засоряют их мусором.